21 снежня Астравец запросив жыхароў і гасцей горада на масавы тэатралізаваны паказ «Запрасіце казку ў дом», арганізатарамі якога сталі аддзелы ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Астравецкага раённага выканаўчага камітэта. Белабародыя марозы, снягуркі разам з казачнымі героямі прайшлі святочным шэсцем па вуліцах горада да навагодняй елкі, каля якой іх з вялікай цікавасцю чакалі дарослыя і маленькія астраўчане, каб атрымаць віншаванні ад галоўнага зімовага казачнага персанажа. Дзетвара усмешкамі прывітала дзедаў марозаў, без якіх не абыходзіцца ні адно навагодняе свята. Гулянне прадоўжылася вялікім вясёлым карагодам каля ёлкі, звонкімі песнямі і забаўляльнымі гульнямі, якія не пакінулі нікога абыякавымі. Хто ўгадае загадку, тот получыць усе падарункі. Итак, ребята, подходите ближе к нам, будем отгадывать загадки. Много-много лет к нам седой приходит дед, дарит всем нам поздравления в этот праздник. Новый год, правильно. Маленькие астраўчане атрымалі ад марозаў салодкія падарункі, а іх бацькі і госці горада віншаванні ад галоўных герояў свята. Дорогие островчане и гости островца, от всей души хотим поздравить вас с наступающим новым 2014 годом. Хотим вам пожелать крепкого здоровья, счастья в ваших домах, любви искренней и чистой. Хотим, чтобы в этом году исполнились все ваши желания, мечты и все задуманные планы. С Новым годом! Морозами да снягурками в гэты день працавали работники районного дома культуры, сельских домов культуры, навучальных установ и организаций города. Веселый смех, живую гутарку, новогодние песни, бадёры настрой дарили галоўны герой свята усім прысутным. Мы хотим вам в год лошадки много счастья пожелать, чтоб с удачей шли вы рядом, бед и горестей не знать. А еще желаем смеха и огромного успеха. Успеха пусть 14-й вам год много счастья принесет. С Новым годом! Театралізаваный показ выкликал у горожан великую цікавасць. Очень хорошее мероприятие. Хотелось бы, чтобы оно повторялось каждый год, чтобы с каждым годом Деда Мороза в снегурочек становилось все больше. Все-таки жителей в нашем Островецком районе много, и хотелось бы, чтобы Дед Морозов было еще больше. Детям очень нравится, и чудное мероприятие. Всех с наступающим Новым годом! Так, сегодняшний праздник для островецких горожан и всем даже сельской местности, так как я приехала со станции Худагай, очень понравилось, хорошее настроение. Мы пришли с внучкой первый год, потому что ей еще только 2 годика. Очень понравилось, очень красивый Дед Морозы. Программа была очень такая насыщенная, веселая, хоровод такой водил. Очень-очень всем, я считаю, понравилось. Даже угощали конфетами, за что им спасибо большое всем участникам, Дедам Морозам, Снегурушкам. И всех поздравляем мы с Новым годом, с Рождеством. Желаем счастья, здоровья, любви, чтобы все живы-здоровые были. Никогда не болели, никогда не старели, всегда были молодые. А молодежи желаю тоже всего самого наилучшего. Кто не соединен, и соединить в этом году свои семьи. Пожелаю побольше детворы, побольше веселья в Островецком районе. Спасибо за все всем участникам организации. И чтоб не было войны, самое главное. Ну что ж, я очень рад видеть сегодня всех детишек, взрослых, всех островчан на этом празднике, можно сказать, даже традиционном параде Дедов Морозов, который проходит в нашем замечательном городе Островец. Хотелось бы пожелать в преддверии Рождества и Нового года удачи, любви, счастья, понимания. Пускай всегда ваши все самые лучшие мечты сбываются. И помните, верьте в чудеса, они обязательно придут к вам и сбудутся. Шэсце Дедаў Марозаў стане традыцыйным для горада. Менавіта яно дае старт перад навагоднім гулянням, вырываючы горад шэрых зімовых дзён святочнай мітуснёй, добрым настроем ды агнямі навагодняй ілюмінацыі.